Хари Кришна, Гуру Махарадж. Hari Bo. Hare Krishna, Guru Maharaj, amazing. Hari Bo. Hare Bo, Hare Krishna. Can you hear me? Can you hear me? Yes, Maharaj. I clearly hear you. Please accept my obeisances. Jai Srila Prabhupada. Well, it's not my business, huh? We may begin. Okay, we Krishna. move again. Yes, Guru Maharaj, please. Om Magyanatamarandasya Gyananjana Shalakaya Chaksur Unmilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakaupatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar, Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 3, the Lord. What is it? The change in heart. Pure devotional service, the change in heart. Text number one. Sri Sukha Uvacha Evam Stan Negati Etsam Negaditam Prishtavandyad Bhavan Mama. Nenam yan mriya Manusheshu Manishinam. Sri Sukha Uvacha, Evam Stan Negaditam Prishtavan Yad Bhavan Mama Ninam Yan Mriyamananam Manushyeshu Manishinam. Hmm.
Shri Sukha Uvacha, evam etan nigaditam, dristavan yad bhavan rinam mriyamananam manu. You can read translation and purport. Yes, Guru Maharaj. Читаем Шримад Бхагаватам, песнь третья, глава третья, чистое преданное служение и перемена в сердце, текст первый, перевод. Шри Шукадева Госвами сказал: «О Махараджа Парикшит, ты спросил меня о том, что должен делать разумный человек в преддверии смерти. Итак, я ответил тебе». Комментарий Шрилы Прабхупады. Человечество состоит из миллиардов мужчин и женщин, но большинство из них не слишком разумны, так как практически ничего не знают о духовной душе. Почти все они имеют неверное представление о жизни, отождествляя себя с грубым и тонким материальным телом, которым на самом деле не являются. Какое бы положение, высокое или низкое, ни занимал человек в обществе, если его не интересует природа собственного «я», отличного от тела и ума, вся его деятельность в человеческой форме жизни будет напрасной тратой времени. Из десятков тысяч людей едва ли один стремится постичь природу души и в поисках ответа на свои вопросы обращается к богооткровенным писаниям, в частности к Веданта Сутре, Бхагавадгите и Шримад Бхагаватам. Но даже читая и слушая эти писания, он не сможет постичь истинную природу своего «я» и так далее, пока не будет следовать указаниям осознавшего себя духовного учителя. А из тысяч и сотен таких людей лишь один может действительно познать Господа Кришну. Читание Чаритамриты Мадхья Лила 20.122 говорится, что приняв облик Вьясадевы, Господь Кришна по своей беспричинной милости составил ведические писания, предназначив их для разумной части человеческого общества, в котором люди почти полностью забыли о своих истинных взаимоотношениях с Кришной. О своих взаимоотношениях с Господом могут быть даже те, кто обладает разумом. Для возрождения взаимоотношений и предназначена практика бхакти-йоги. Возродить их возможно только в человеческой форме жизни, которой живое существо приходит в результате эволюции через 8 миллионов 400 тысяч видов жизни. Разумные представители человеческого общества должны серьезно отнестись к предоставленной им возможности. Однако не все люди разумны, поэтому далеко не все сознают важность человеческой жизни. Вот почему в данном стихе употреблено слово «манишина», что значит «разумный, мудрый». Итак, разумный человек, манишина, подобный Махараджи Парикшиту, должен найти прибежище у лотосных стоп Господа Кришны и целиком посвятить себя преданному служению, слушать святое имя и повествование Бхагавад Господа, воспевать их и так далее. Все это харикатхамрита, метод, который особенно рекомендован тем, кто стоит на пороге смерти. Шрила Прабхупада ки джай. Yes, Guru Maharaj. Just give me a minute. Okay. So Sukadeva Goswami had been asked by Maharaj Parikshit about the duty of an intelligent person who's about to die. Итак, Шукадеву Госвами спрашивал Махараджа Парикшит об обязанностях разумного человека, который находится в преддверии смерти.
So in the purport, Prabhupada also referred to the word Manishinam, that intelligent men. Intelligent men will think about the purpose of life. И в комментарии Шрила Прабхупада обращает внимание на слово «манишинам», что значит «разумный, мудрый», то есть тот, кому известна цель жизни. Most people are not intelligent. Prabhupada in the purport talks in some detail how most of the world are not intelligent people. And they never think about any higher purpose to life other than sense gratification. Большая часть людей неразумны. Шрила Прабхупада рассматривает в деталях в комментарии, что большая часть мира неразумны, они не думают о высшей цели жизни, их интересуют чувственные наслаждения. So, we see most of the world are in the body, simply in the gross bodily conception of life. Мы видим, что большая часть мира находится на уровне грубой концепции телесной жизни. In the Bhagavad Gita, Lord Krishna explains, out of thousands among men, hardly one is endeavoring for perfection. В Бхагавад-гите Господь Кришна говорит, что среди тысяч людей едва ли один стремится к совершенству. And of those who have achieved perfection, hardly one knows Krishna in truth. А среди тех, кто достиг совершенства, едва ли один воистину познал Кришну. Most people in the world are not interested to hear about the glories and the wonderful qualities of Lord Krishna. Большая часть людей в мире не интересуется славой и удивительными качествами Кришны. Their interest is simply in eating and sleeping and mating and defending. Их интересует единственное, что так еда, сон, совокупление, оборона. But those people who have some intelligence, they will inquire more about the purpose of life. Те же люди, кто немного разумны, могут задавать вопросы о цели жизни. So Srila Prabhupada would sometimes explain that human life begins, first of all, when there is some inquiry, when someone will ask a question such as, who am I? Why am I here? Шрила Прабхупада объясняет, что человеческая жизнь начинается с того момента, когда живое существо задается вопросами о своей цели жизни и предназначении, о таких вопросах, как «Кто я?» и «Почему я здесь?». So, making that kind of inquiry, one will come to understand about himself as being different from the material body. He will come to think of himself as a spiritual being. Такого рода вопросы могут подвести живое существо к пониманию отличия себя от грубого физического тела и к пониманию себя как духовного существа. So knowing oneself as a spiritual being, that is a level of self-realization. That is called Brahman realization.
Осознание себя духовным существом – это уровень самоосознания или уровень брама-осознания. However, one has to go on from realizing the Brahman, one has to go on and understand one's relationship with the Supreme Brahman. После осознания Брахмана, себя как духовное существо, человек может двигаться дальше и осознать свои отношения с Высшим Брахманом. And at that time, then one should develop an interest in hearing about the form, qualities, and activities of the Supreme Personality of Godhead. На этом этапе, на этапе осознания отношений с Высшим Брахманом, человек начинает интересоваться формой, качествами и деяниями Верховного Господа. So, while many people may realize themselves to be the Brahman, not many people go on to understand that there is a Supreme Brahman, different from the individual living entity. В то время как живые существа считают себя брахманом, осознают этот уровень, другие могут осознать верховный брахман, верховное живое существо. So Srila Prabhupada in his purport mentions how Lord Krishna in his incarnation of Vyasadeva presented Vedic literature, particularly the Srimad Bhagavatam. Итак, Шрила Прабхупада в комментарии упоминает, что Господь Кришна принял облик Вьясадевы для того, чтобы дать людям Шримад Бхагаватам. Then by hearing the Srimad Bhagavatam, then one is guided in the practice of bhakti yoga or devotional service. Так, благодаря Шримад Бхагаватам человек получает доступ к процессу бхакти-йоги или преданного служения Господу. The point is that we have been in the material world for a very long time, and we have forgotten our relationship with the Supreme Lord. Идея заключается в том, что мы находимся в материальном мире с незапамятных времен и забыли свои отношения с Господом и себя как духовное существо. But if they will take to hearing the Vedic scriptures like Srimad Bhagavatam, then it can help them to again revive their consciousness of the Supreme Lord. Благодаря духовному процессу мы восстанавливаем утраченное сознание Верховного, утраченное сознание отношений с Верховным Господом. Being forgetful of the Lord has only resulted in the living entity suffering in material existence. Полностью забыв об отношениях с Верховным Господом, живое существо только страдает в материальном существовании. But if we will hear the transcendental message of Srimad Bhagavatam, then it will allow him to again revive his consciousness of God. Но благодаря контакту со Шримад Бхагаватам духовное сознание, сознание Верховной Личности Бога снова восстанавливается.
So everything comes about by hearing. There has to be that willingness, that eagerness to hear. Это зависит лишь от нашего желания слушать. So those people who are thoughtful, who are a little intelligent, they will be willing to hear the transcendental knowledge from the Vedic literature. Те, кто вдумчивы и разумны, те ищут возможность слушать трансцендентное знание из ведической литературы. And there, by hearing the Vedic literature, they will be introduced to the importance of chanting the holy names of the Lord. Через это, благодаря ведической литературе, приходит понимание важности воспевания святого имени Господа. The Kali Yuga is certainly an age of fallen souls. People are in the darkest ignorance. Кали-юга, несомненно, является веком для падших душ, которые находятся в невежестве. Most people have no interest to hear literature like Srimad Bhagavatam. У большинства людей нет никакого интереса к слушанию литературы, подобной Шримад Бхагаватам. But Lord Chaitanya has come to introduce everyone to the chanting of the holy names. Господь Чайтанья пришел, чтобы познакомить каждого с воспеванием святого имени Господа. So, people who are preparing to leave the material body, who are preparing to die, to give up one material body, they're encouraged to take shelter of the holy names of the Lord. Живому существу, живое существо получает указание во что бы то ни стало развить вдохновение повторять святое имя Господа. And they can take shelter of the names of the Lord by doing Harinam Sankirtan or by hearing scriptures like Srimad Bhagavatam or Bhagavad Gita. Повторять святое имя Господа или найти прибежище в святом имени – это прежде всего воспевать Харинама Санкиртану, а также слушать трансцендентные источники, такие как Шримад Бхагаватам и Бхагавад Гита. So Maharaj Parikshit was on the point of preparing for leaving the material world. He knew he only had 7 days remaining. He wanted to make good use of his time. Махараджа Парикшит, понимая, что ему осталось жить всего 7 дней, хотел узнать максимально правильное применение своему оставшемуся времени. So he approached great sages, and then from the great sages, Sukadeva Goswami appeared, and he instructed him in the process of bhakti yoga. Поэтому Махараджа Парикшит обратился к великим мудрецам, и через великих мудрецов Шукадева Госвами ввел его в процесс бхакти-йоги или преданного служения. And when we look at the Bhagavad Gita, we see in the Bhagavad Gita that the process of bhakti-yoga has also been highlighted there.
Если мы глянем на Бхагавадгиту, то мы увидим, что в Бхагавадгите процесс бхакти-йоги особо выделяется. So there is no contradiction between the two scriptures. Нет противоречий между этими двумя писаниями. The Bhagavad Gita is bringing us to the point of surrender to Krishna, and the Srimad Bhagavatam goes on from the point once we have surrendered to Krishna, what we should do. Бхагавад-гита подводит нас к пониманию необходимости предания Кришны. А Шримад-Бхагаватам идет дальше. Однажды предавшись Кришне, мы теперь должны понимать, что делать дальше. So, Sukadeva Goswami had instructed Maharaj Parikshit how he should prepare himself for leaving the body. Таким образом, Шукадева Госвами наставляет Махараджу Парикшиту, что ему следует делать, как подготовить себя перед оставлением тела. He wants to encourage Maharaj Parikshit in the chanting and in the hearing about the activities and pastimes and qualities of the Supreme Lord. И эта подготовка представляет собой повторение святого имени, а также слушание о качествах и формах Верховного Господа. And the whole Srimad Bhagavatam is dedicated to telling us about the different forms and qualities and pastimes of the different incarnations of the Lord. Весь Шримад Бхагаватам посвящен описанию различных качеств, форм различных воплощений Верховного Господа. And particularly, Shrimad Bhagavatam highlights the appearance of Lord Krishna and his wonderful form and qualities and pastimes. И Шримад Бхагаватам главным образом уделяет внимание Верховному Господу Кришне, его удивительным качествам, форме и деяниям. The Srimad Bhagavatam highlights the position of Lord Krishna as not just an avatar, but as the origin of all the avatars. И главным образом Шримад Бхагаватам выделяет и подчеркивает Верховного Господа Кришну не как одну из аватар, а как источник аватар, Верховную Личность Бога. So the Srimad Bhagavatam is considered to be the ripened fruit of all of the Vedic literature. Именно поэтому Шримад Бхагаватам считается зрелым плодом всей ведической литературы. And people who are preparing seriously for leaving this material body, they will take shelter of the Srimad Bhagavatam. Эти люди, кто серьезно готовится к оставлению своего материального тела, должны найти прибежище в Шримад Бхагаватам. We have the practical example of how Maharaj Parikshit prepared himself, that for 7 days he did not eat or he did not even drink water. He simply heard Srimad Bhagavatam. И у нас есть перед глазами практический пример Махараджа Парикшита, как он серьезно подходил к этому вопросу. А в течение 7 дней он не ел и не пил, только слушал Шримад Бхагаватам. So he heard the Srimad Bhagavatam for 7 days, and after the 7 days, he was in full samadhi, and he was able to give up his material body and go back to Godhead.
И по прошествии 7 дней Махарадж Парикшит достиг уровня самадхи. И в таком состоянии стал тело, вернулся домой обратно к Богу. So this process of preparing oneself for leaving the body was not just presented theoretically, but it was also presented factually. И таким образом процесс оставления тела описан здесь не теоретически, а представлен фактически. People often talk about, they talk some philosophy, they present some theory, but here we have not only the theory, but we also have the practical demonstration of how to die. Люди зачастую философствуют, выдвигают какие-то теории. Но здесь мы видим не просто какое-то теоретическое рассуждение, а практическую демонстрацию, как оставлять тело. And Srila Prabhupada dedicated his life also to writing and commenting and presenting to us this message of Srimad Bhagavatam. Также у нас есть пример Шрилы Прабхупады, который пожертвовал своей жизнью ради того, чтобы писать, оставлять комментарии к Шримад Бхагаватам. Even up to these very last words, Srila Prabhupada was simply thinking Srimad Bhagavatam. Даже последние дни жизни в этом мире Шрила Прабхупада давал принципы Шримад Бхагаватам. And Srila Prabhupada knew that by presenting the message of Srimad Bhagavatam, he's giving intelligent people an opportunity to get the best education in spiritual knowledge. Шрила Прабхупада знал, что давая Шримад Бхагаватам, он дает всем разумным людям практическую возможность изучения трансцендентного знания, обретения трансцендентного знания. The mass of people do not know what is the real goal of life. В своей массе, в большинстве своем, люди не знают цели жизни. Even they may be intelligent, but they cannot find out what is the proper path. Даже если люди немного разумны, чаще всего они не знают, каков истинный путь. But Srila Prabhupada kindly came and presented this message for the benefit of the world. Но Шрила Прабхупада милостиво пришел и дал это послание на благо всего мира. Okay, so we'll stop here. We'll ask if there's any question. На этом мы остановимся. Будут ли какие-то вопросы? Амаджива Тишачи, вижу вашу руку. Пожалуйста, ваш вопрос. Хари Кришна, дорогие преданные. Хари Кришна, Гуру Махарадж, пожалуйста, примите мои смиренные поклоны. У меня вопрос по Шримад Бхагаватам, по третьей песне, 3.2.15. Там в стихе сказано, что Господь рождается здесь, то есть в этом мире, подобно огню. И вместе с Ним в этот мир приходит Махататва. И в комментарии Прабхупада поясняет, что Господь приходит на землю в сопровождении пуруш, создающих Махататву. И мой вопрос, а какова роль этих пуруш, какую роль они играют в играх Господа в материальном мире? Есть ли у них вообще там какая-то роль? Хари Кришна, Диа Гуру Махарадж, Хари Кришна, Диа Девотис, please accept my humble obeisances of Lord Srila Prabhupada. My question is about Srimad Bhagavatam 3.2.15. In the shloka, it is said that Supreme Lord takes birth just like fire, accompanied by the Mahatattva.
And Srila Prabhupada said in the purport that Supreme Lord is accompanied by the Purushas who create the Mahatattva. And my question is, what role do these Purushas play in the pastimes of Lord in the material world? Yeah, the Purushas, they are doing the work of creation. Just like Mahavishnu is laying on the Kalsho ocean, and from his body, universes are coming out. And then as Garbhodakshayi Vishnu, the Purusha, as Garbhodakshayi Vishnu, he is giving birth to Lord Brahma. He's laying there in each universe. He's laying there on his serpent body of Anantashesha. And from his belly comes the lotus flower, which is the origin of Brahma. So that's Garbhodakshayi Vishnu. And then Shirodakshayi Vishnu, it's also Purusha avatar. And Shirodakshayi Vishnu is in Svetadvipa. And all the different Lord's incarnations, they come through the Lord, through Shirodakshayi Vishnu. They all appear through his form. Ответ на вопрос. Это эти пуруши, они представляют собой Вишну. Первая из них – это Махавишну, который возлежит на причинном океане, и из пор на теле которого выходят вселенные. Еще одна пуруша – это Гарбхадакшая Вишну, который находится в каждой из этих вселенных. Он также возлежит на океане из пота. Он возлежит на теле божественного змея Анантадевы Анандашеш. И из его пупка растет лотос, и появляются все планеты. И третья пуруша – это Кширадакшая Вишну. Он находится на Шветадвипе. И через него приходят все аватары okay. Верховного Господа. Они исходят из него. Yes, Guru Maharaj, I finished. Это понятно? Yes, Guru Maharaj. So this is the goal of their appearance in the material world. The creation is their goal. Yes? То есть цель их прихода – это творение. Это цель их прихода в материальный мир. Hare Krishna, can you hear me? Yes, Guru Maharaj. Yes, Guru Maharaj. Audrey, can you hear me? Yes, yes, Guru Maharaj. I clearly hear you now. Is your connection good, Guru Maharaj? Audrey, I'm not able to hear you. Are you there? Yes, yes. Maybe your connection is not good, Guru Maharaj. We clear hear you now. Yes, we clear hear you. Hare Krishna. Audrey, I cannot hear a word. I cannot hear anything from you. Все же слышат Гуру Махараджа, да, Вайшнавы? Да, Адвитхарана, он там что-то руку поднял. Наверное, у нас... Это, наверное, случайно. Он, наверное, пытается звук, может, проверить. Гуру Махарадж, we clear hear you. Hare Krishna. Может быть, вы ему напишите, Адвитхарана, там? А куда я ему напишу? В Zoom? Ну, здесь, в Zoom, он прочитает. Ну, он не смотрит чат. Он не смотрит чат. Там мелко. Он только слушает. Я могу написать. Что-то попробовать, что-то даст. Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj.
этом. Хари Кришна. You can hear me, I cannot hear you. I don't hear anything. Почему так странно? I don't know, Guru Maharaj. Hare Krishna, can you hear me? Yes, yes, Guru Maharaj. Is it okay? Can you hear me? Hare Krishna, Goranga. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, can you hear me? Hare Krishna. Yes, Guru Maharaj. Yes, I hear you. Yes. Yes, I hear you. Hare Krishna. Что случилось? Харе Кришна. Может быть, Махараджу написать, чтобы он еще раз просто присоединился? Вышел и зашел. Ну, попробуй в чат, вы имеете в виду, или куда? Ну, да, в чат, ага. Ну, попробуй, если он читает. Скорее, насколько я знаю, он не читает. Прочитал он, насколько я поняла, что мы его слышим, а вот он нас нет. Ну, он мог не просто предположить. Please rejoin again to conference. Maybe come out and come in again. Hare Krishna, are there any other questions? Hare Krishna, Guru Maharaj, can you hear us? Yeah, I can hear you. Faint. I don't know what's happened because we all time can hear you nicely, but you couldn't hear us. I don't know why. Okay, I can hear you now. Yeah. So, Mataji, Yuvati Shachi asked, so these Purusha avatars needs for creation universe? Yes. Mm-hmm. Okay. Thank you very much, Guru Maharaj. Next question, Mataji Hladini, please. Hare Krishna. Дорогой Гуру Махарадж, дорогие преданные, пожалуйста, примите поклоны. Я хотела задать вопрос. Вот сегодня говорили, что человек начинает интересоваться формой, качествами Господа на этапе осознания брамана. И вот в нашем случае, когда, чтобы начать интересоваться качествами, формой Господа, это нужно какое-то благочестие или это по милости? Или это стадия, вот когда мы начнем осознавать себя как душу? Когда это происходит, вот этот интерес? Спасибо, Хари Кришна. Мадхладини, Хари Кришна, dear Guru Maharaj. You mentioned in a class that there is a level after Brahma realizing level, when one begin interested by qualities and forms and pastimes of Supreme Lord. So my question is, how can I begin interested by forms, wonderful qualities and pastimes of the Lord? I need some sukriti, punya, or maybe by mercy, or how it happen will happen. Will happen by the mercy of a devotee. A devotee will introduce you. It may also happen by a book. You may get one of Prabhupada's books.
And you can read about that person. Это может произойти благодаря книгам Шрилы Прабхупады, когда вы читаете, и у вас появляется интерес к личности. Okay. Вот так. Это понятно? Да, да. Хорошо, спасибо. Кришна. Так, следующий вопрос. Тут я вижу панчататва, если я ничего не путаю, или как тут правильно написано? Панча. Пожалуйста, следующий вопрос задавайте. Угу. Махарадж, вы упомянули о том, что не все люди задаются вопросом о смысле жизни. Также Кришна Бхагавад-гита об этом говорит, что едва ли один из тысячи. Вот, в то же время мы знаем наставление Шрилы Прабхупады, что сделайте весь мир сознающим Кришну. Вот как это правильно понять? Next question from Panchatattva Prabhu. Guru Maharaj, you mentioned today that mostly people not interested by Krishna, by devotional service. And you quoted the Bhagavad Gita, where Lord Krishna said, among so many peoples, not many interested or want to become perfect. But in the same time, Srila Prabhupada said, gave instruction, make everyone Krishna consciousness. So my question, how should we do it? Huh? Audrey? Yes, yes. Should I Your repeat question, the question? The question was, Prabhupada said, make everyone Krishna conscious, so? Yes, so the question, how should we do it? How can we make everyone Krishna conscious following by Srila Prabhupada instruction if not many people really interested by spiritual knowledge? Well, we have to make propaganda. The economic principle is supply creates demand. Мы должны предлагать, мы должны это представлять людям. Есть экономический закон. Спрос рождает предложение. Just like things like soap powder, and shampoo, so many different useless things are produced. Why do people want these things? Because they're in the market, because they're offered everywhere. People think, oh, I need shampoo for my hair. Oh, people think, oh, I need soap powder to wash my clothes. You know, people create these things. We don't really need them, but they're there in the market, so people get them. Как, например, люди изобрели множество бесполезных вещей, какие-то специальные шампуни, какие-то порошки для отстирывания того и другого. По большому счету, почему люди не знают обо всем этом? Но как они узнают? Благодаря рынку, благодаря постоянному предложению. То есть им это постоянно предлагают, навязывают, везде об этом говорят. И они начинают думать, о, наверное, я не могу без этого обойтись. Это все не нужно, но благодаря рынку, благодаря вот этому определенному рекламе, да, представлению, люди начинают думать, что все это им очень нужно. And people think, oh, I have to have this. If I don't have it, oh, I can't. They feel something is missing. We become so conditioned. И вот так постепенно люди начинают обуславливаться всем этим добром и думать, что все это им очень нужно, они без этого не могут обойтись. So we have to create the same propaganda for hearing and chanting books like Srimad Bhagavatam, that people need it. They should think they cannot live without it. Поэтому мы должны создать определенную
определенную пропаганду, рекламу, да, то есть постоянно говорить о важности слушания и повторения Шримад-Бхагаватам, чтобы это стало естественным для остальных. So Prabhupada wants us to give Krishna consciousness everywhere. Of course, how many people will accept it? We know that that is a different thing. Поэтому Шрила Прабхупада хотел, чтобы мы представляли сознание Кришны повсюду. Кто в конечном итоге это все кто в конечном итоге откликнется и примет, это уже другой вопрос. But in the form of the Krishna society, in all parts of the world, in different languages. We're trying to give Krishna consciousness without any distinction about who we don't consider who is qualified and who is unqualified. We go everywhere and try to give everyone the opportunity. Наша же задача отдавать сознание Кришны повсюду, на всех языках, не делая никаких различий, не предполагая, кто достоин, кто недостоин, кто сможет или не сможет. Мы даем всем, мы предоставляем такую возможность всем и каждому. Окей. Это понятно? Да, спасибо, Махарадж, предельно понятно. Yes, clear understanding. Thank you, Guru Maharaj. Okay, any other question? Yes, Guru Maharaj, two questions in the chat. Первый вопрос, Бхактин Татьяна. Примите мои смиренные поклоны, пожалуйста, Гуру Махарадж. Что значит достичь уровня самадхи? I read a question on Russian, Guru Maharaj, for others, and now I translate for you. The question from Bhaktin Tatiana, dear Guru Maharaj, please accept my obeisances. What does it mean achieving samadhi level? Hare Krishna, Guru Maharaj. Did you hear the question? Hare Krishna. Hare Krishna. Guru Maharaj, did you hear the question? Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Krishna. Похоже, интернет. Hare Krishna, can you hear me? Yes, Guru Maharaj. Hare Krishna, can you hear me? No, I read. You might be switched off now, Guru Maharaj. Hare Krishna. Guru Maharaj, your microphone is switched off now. Good morning. Please switch on the microphone. Hare Krishna. I hear. Please switch on the microphone. Hare Krishna.
Hare Krishna. Guru Maharaj, please switch on the microphone. Mm-hmm. Hare Krishna. Hare Krishna, can you hear me? Yes, yes. Now I hear you. Okay. You might switch can on. You hear me? Yes, 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 Guru Maharaj. I may repeat the question. Guru Maharaj, I may repeat the question. Bhakti Nityananda. The question from Bhakti. Your connection is same time I hear you, sometimes not. Shall I repeat the question from Bhakti Tatiana? Hare Krishna, can you hear me? Yes, Guru Maharaj, now I hear you. Shall I repeat the question from Bhakti Tatiana? Majority, у меня только зависает, у всех что зависает, не знаю. Я временно слышу. Вот у меня вы зависаете, а Дадхарана говорит, что у вас низкая короче, сеть плохая. Я не пойму, это или у меня плохой интернет, или у вас тоже. Я не знаю, у вас я слышу хорошо. Вы заедаете, Дадхарана. Заедаете. Да, очень-очень заедаете. Странно. Ну, может быть, здесь связь нестабильная, видите, тут полуостров, тут, возможно, связь не сильно хорошая, но я слышал до этого нормально. Сейчас лучше? Да, на этого было все хорошо. Ну, я сейчас камеру выключу, включил для Гуру Махараджа, а камера забирает дополнительную связь. Гуру Махарадж, can you hear me? Вайшнава, сейчас лучше слышно? Сейчас вас хорошо, да. Ну вот, Гуру Махарадж по-прежнему не слышен. У него микрофон сейчас включен, но голоса я не слышу. Эх, Панчитатва Прабу, если у вас вопроса больше нет, то можете опустить руку, или второй вопрос у вас будет, если мы вообще дождемся. Ага, все, понял вас. Окей. Так, я вижу вопрос. Hare Krishna, Guru Maharaj. Now I'm hear you. Shall I repeat the question from Bhaktin Tatiana? Hare Krishna, can you hear me? Yes, Guru Maharaj, I'm hearing you now. Shall I repeat the question from Bhaktin Tatiana? Hare Krishna, Hare Krishna. Guru Maharaj, sometimes I'm hear you, then your voice is disappeared, then again I'm hear your question. Then again. Okay, I can hear you. I can hear you now. Jai. Shall I repeat the question from Bhaktin Tatiana? Okay. Так, вопрос Бхактин Татьяны. Еще раз. Что значит достичь уровня самадхи? The question from Бхактин Татьяна. What does it mean to achieve samadhi level? What does it mean to achieve the level of samadhi? Yes. Well, samadhi means fixed mind. So when our mind is fixed on only one thing, and of course that one thing which can fix our mind, that has to be the Supreme Lord, Krishna. Самадхи означает сосредоточенный ум. Уровень, на котором мы думаем об одной вещи. Естественно, это вещь, на которой полностью сосредоточен ум, это верховная личность Бога Кришна. So when your mind is fixed on Krishna without deviation, then that is samadhi. Когда ум полностью сосредоточен на Господе Кришне без каких-либо отклонений, это есть самадхи.
in the Bhagavad Gita, Krishna describes Vayavatai Atmika Buddhi Ekeha Kuranandana. He said, the Vayavatai Atmika Buddhi, this is the Samadhi, this is Samadhi in Bhakti Yoga, that the mind is fixed without any thought of any other thing. В Бхагавад-гите Господь Кришна говорит «Вьявасайатмика будхира кеха курандана», то есть ум без каких-либо отклонений, без каких-либо мыслей о чем-то постороннем сосредоточен на Верховном Господе Кришне. So the only thing which can fix our mind, which can fully satisfy our mind, are in thoughts of the Supreme Lord. То есть единственная вещь, которая удовлетворяет ум, и на которой ум постоянно сосредоточен без отклонений, это Верховный Господь. Any other thoughts are not going to give complete satisfaction. Все остальные мысли не приводят к полному удовлетворению ума. Okay. Next question. Yeah. Следующий вопрос Ананга Манджари Виритаси. Спасибо за лекцию. Нормально ли привязываться к жизни в святом месте и хотеть жить в святом месте? Или нам нужно освободиться от такого рода привязанностей? Hare Krishna Guru Maharaj, thank you for your class. A question from Ananga Manjari Viritaси. Is it good to attach for living in holy place and eager to live in holy place, or should we free from such kind of attraction or attachment? No, it's good to have a desire to want to live in a holy place. Это хорошо, иметь привязанность жить в святом месте. But it's even better if you desire to give the holy place to others. Но гораздо лучше хотеть давать святое место другим. If you can tell others about the holy place, that is also better than living in the holy place yourself. Если вы делитесь о святом месте другим, рассказываете, привлекаете, то это лучше, это также лучше, чем просто жить в святом месте самому. The devotee doesn't think about his own situation, but he thinks about how to give the benefit to others. Истинный преданный не просто думает о своем благополучии, он постоянно думает о том, как дать благо другим. Later on, in your old age, then you may be able to sit down in the holy place yourself. But as a young person, it is good for you to try to give the holy places to others. В старости можно уже будет подумать о том, чтобы сесть самому в святом месте. А пока вы молоды, нужно стараться давать святое место другим. Окей. Okay. Это понятно? Надеюсь. Следующий вопрос. Next question, Guru Maharaj. Yeah. Маджи Карпур Манджари, пожалуйста, ваш вопрос. Хари Кришна, поклоны примите, пожалуйста, ваше святейшество. Спасибо большое за лекцию. Но хотела спросить, вот есть стих в Бхагавад-гите, где Господь говорит, вы все знаете этот стих, кто-то знает явления и деяния, природу моих явлений и деяний, но он никогда не возвращается в этот, ну, в этом, mm-hmm. в этот мир. Этот mm-hmm. стих говорит не только о личном явлении своего Господа как аватар, но о его творении тоже говорит об этом. И то, что он находится в каждом атоме. Просто я хотела, ну, получить подтверждение, правильно ли это. Спасибо. То есть вопрос такой я задам Гуру Махарадж. Является ли смысл этого стиха только о знании, рождении и деяниях самого Господа Кришны, или это распространяется еще на вот эти вот Пуруша-аватары, да? Да, на явление, да, деяния Пуруша-аватар. Я вас... Да.
Спасибо большое. The question from Karpura Manjari Mataji. We know the verse in Bhagavad Gita, Janma Karma Chame Divyam, Evam Yoveti Tatvataha, Tyaktodeha Punarjanma, Naiti Mamati Sorjana. The meaning of this verse connect with only with birth and activity of Supreme Lord Krishna, or also we may say that it means also activity of Purusha Avatar also, or not? Well, Lord Krishna spoke the verse. He's speaking about himself. Krishna the text individually. Lord Krishna is not just simply Purusha Avatar. Господь Кришна – это же не Пурушаватар. You should know about Lord Krishna, personality of Godhead, the friend of Arjuna. Поэтому следует узнать Господа Кришну, сверховную личность Бога, друга Арджуны. Okay. Спасибо вот большое. Так. Thank you very much. Так, больше нет вопросов, да? Угу. А, Матаджи... А, все, да? Да, все. There is no more question, Guru Maharaj. Okay, so we'll finish here. Thank you. Можно я Адхитхара напрямую? А, excuse me, Guru Maharaj. One question from Маджи Враджарани. Можно, да? Вот к последнему вопрос. Кришна говорит, да, 4.9 стих про него, но пуруши же, они входят в него? То есть без знания о пурушах, как мы познаем Кришну? Что-то я не очень поняла. Спасибо. А, то есть так ли это, да? Да, да. Мададжи Раджарани want to clear this moment with the last question of Karpura Manjari. So can we say that all Purusha avatars includes in Lord Krishna? So without knowledge about Purusha avatars, how can we know Krishna? Is it proper understanding? Okay. Yeah, of course the Purusha avatars are included within the form of Krishna. So if we study the knowledge about Purusha avatar and creation, can we say that we may understand Lord Krishna himself or not? No. So we should understand Krishna personally. Yeah, you have to know the Swayam Bhagavan, the original personality of Godhead. The Purusha avatars are tiny expansions of the Supreme Lord Krishna. Гуру, я задал Гуру Махараджу уточняющий вопрос, что изучая знания о Пурушах аватарах и творении, можем ли мы сказать, что мы так познаем Господа Кришну самого? Гуру Махарадж говорит, нет, нужно познать самого Свайам Бхагавана, Господа Кришну. In the 10th chapter of the Bhagavad Gita, at the end of the 10th chapter, Lord Krishna had been speaking about Vibhuti Yoga, all of his opulences. And then he said to Arjuna, he said, there's no need of all this knowledge. With a single fragment of myself, I pervade and support the entire creation. So that single fragment, which is pervading and supporting the material creation, that is the super soul. That is one of the Purusha avatars. В конце 10 главы Бхагавадгиты Кришна говорит Арджуне, но зачем тебе, Арджуна, знать все эти подробности? Одной своей частью я пронизываю и поддерживаю всю Вселенную. И вот как раз вот эта часть, вот эта частица, это и есть сверхдуша, одна из Пурушаватар. То есть в этом знании
можно сказать, нет необходимости, если мы познали Господа Кришну. Okay. Можно еще уточнить? Я что-то тогда не понимаю. А зачем нам изучать первые три песни Шримад Бхагаватам о творении материального мира? Ну, сразу бы читали тогда десятую. Что-то я не поняла тогда. Спасибо. Маджира Джирани again asked, so I cannot understand why we study first three canto of Shrimad Bhagavatam. Maybe better if we begin study 10th canto. No, third canto is part of the form of Krishna, right? The third canto is helping prepare us to understand the 10th canto. Первые три песни – это часть знания Кришны, и они подготавливают нас к пониманию десятой песни. We have to understand Krishna's potency, how he can create the material. Now, the knowledge of creation is also one of Krishna's pastimes, but that's just one of his pastimes. He has many other pastimes. То есть все вот эти творения, различные этапы творения, это подготовка к познанию игр. Это как одна из его игр, но есть его другие непосредственные игры. So once you understand how he creates, then you will have a better understanding of his other pastimes. Если мы сможем понять эту внешнюю игру творения, то мы тогда подготовим себя к пониманию других игр. But if you do not understand how Krishna is creating, then you will not appreciate his pastimes. When he performs, for example, rasa dance with the gopis, you will not understand. You'll take it to be something material. Если мы не познаем правильным образом его игру с творением, тогда мы не сможем правильно воспринимать его другие игры, как раса. Мы будем смотреть на это через призму мирского понимания. Гуру Махарадж, тогда можно так сказать, что стих 4.9 – это Кришна во Вриндаване? Просто раньше я его чуть-чуть по-другому понимала. Вот сейчас вы ответили на вопрос Матаджи. То есть это Вриндаван, да? Это Рагануга Бхакти тогда получается. Спасибо. So can we say, Guru Maharaj, that ninth verse of fourth chapter, Janmakarma Chamadivya, this is Krishna in Vrindavan? Hare Krishna, а что случилось? Кто завершил конференцию? Не понять. Гуру Махарадж, наверное, уже не подсоединится, да? Ну, давайте сейчас ему напишу, чтобы он присоединился. Hello, can you hear me? Yes, yes, Guru Maharaj. Yes, Guru Dev, we can hear you. So I'm saying, we don't just only know Krishna in Vrindavan, but of course Krishna in Vrindavan, that's the most perfect feature of Krishna, but there's other features of Krishna also. Ну, этот текст не только о Кришне во Вриндаване. Конечно, Кришна во Вриндаване – это совершенный облик или совершенное проявление Кришны. Но есть еще другие проявления самого Кришны. So we should try to understand these different features of Krishna. Поэтому нам следует понять другие облики Кришны. Guru Maharaj, you mean different features of Krishna himself? She means what? You mean when you say that we should understand different features of Krishna, you mean different features of Krishna himself? Yes. Not in Vrindavan, you mean in Dwarka, or maybe. Is it proper understanding? Yeah. Yes. Mm-hmm. То есть Гуру Махарадж говорит о других обликах Кришны, я уточнил, это не только прямо Шримасундара Кришна, не только во Вриндаване, ну, допустим, Двараки и так далее. Это тоже Кришна, но другие облики. Харе Кришна, спасибо.
Стало реально понятно, Маджорджи? Ну, пока у меня все по полочкам разложится, потому что я раньше по-другому его понимала. Спасибо. Так, насколько понял, больше вопросов нет. So there is no more question, Гурмаш. Thank okay, you so we'll much. Stop that. Thank you. Hare Krishna, Srila Prabhupada, Ki Jai. Jai, Srila Prabhupada. Hare Krishna, спасибо. Hare Krishna, 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 Hare Krishna,